Вспомним историю. 2003 год, когда в этом виде у женщин разыгрывалось 250 тысяч долларов. Тогда эти соревнования назывались Moscow Challenge, и здесь были легкоатлеты со всего мира. Это не был еще матч Россия-США, участвовали звезды, еще раз повторяю, со всего света. И в этом забеге собралась очень интересная компания. Кристи Гейнс, Кристина Арон, Келли Уайт, Жанна Блок, Мюриэль Урти, еще одна француженка. Ну, была россиянка Марина Кислова, она стартовала на второй дорожке. Ну, а главные действующие лица кто? Кристина Арон на шестой и Кристи Гейнс на четвертой дорожке. Кристи Гейнс вот в таком комбинезоне. Погода в то время было очень холодно. И уверенная победа, результат тоже прекрасный, 10.97. Это, насколько я понимаю, рекорд соревнований. Московский вызов. И вот, Кристи Гейнс, кстати, вот комбинезоны, моду на комбинезоны, по-моему, ввела ведь действующая рекордсменка мира на 100 и 200 метров. Знаменитая американка Флоренс Гриффит Джойнер. Еще в конце 80-х годов на чемпионате мира в Риме, по-моему, она появилась в таком комбинезоне. Тогда она публику буквально шокировала. Вот. Ну а сейчас, в общем-то, распространенное явление. Даже прыгуны в высоту бывает выступают в такой вот длинной форме. Учитывая то, что в тот день, в 2003 году в Москве было, по-моему, плюс 8 или 9 градусов. Вот. А к вечеру, когда были главные 100-метровые мужские и женские финалы, еще сильнее похолодало. В общем-то, этот поступок Кристи Гейнс оправдан. А второй в этом забеге финишировала Кристина Арон, ну и знаменитая